говорим о первой самой части слова. О какой? Приставка. О приставке. Отлично. О каких приставках мы беседуем? При. При. Да? Теперь мы продолжаем с вами разговор о приставках при. Во-первых, одна это приставка или несколько? Несколько. Две. Две разные. Это две разные приставки. Откуда мы это знаем? Их правописание зависит от значения слова. И, естественно, приставка тоже что-то значит. Что значит приставка? Давайте выбирать. Значение. Приставки «пре». Два значения, которые вам известны. «Пере» и «очень». «Пере» или «очень». Так, прекрасно. «Пере» или «очень». Значение приставки «при», которое вам известны. Там много. Кто-нибудь нашел пример еще интересный? Приставки при. Приближение. Присоединение. Я знаю один очень смешной пример. Ну-ка. Это слово пример. Это слово пример. Согласен. Куда оно подойдет? Около. Очень мерить. Не полнота действия. Очень мерить. Тогда надо писать пример. Нет, не полнота действия. Не полнота действия, то есть не совсем мерить, а чуть-чуть примерить. Да. Ну, согласен, так. Еще. Да. Еще если версии. Я думал, он мерит как-то в тетрадке или в шахматной задаче. А что это значит? Пример в тетрадке или в шахматной задаче, любой другой. Как надо делать. Как надо делать. Согласен. То есть действие, опять-таки, обращенное на себя. Действие в свою пользу. Сравню присвоить, приберечь. Вот теперь самое главное, чтобы вы эти значения как-то пытались для себя определить. Понятно, о чем речь? Так, маленькая табличка. Перед нами здесь слово с приставкой. Значение, которое вы пытаетесь определить. Самое простое что-то вроде приближение. И значения будут то же самое. Правда? Приближение. Ряд словечек вам. Приколоть. Пишем. Приколоть. О значении думаем. Приколоть. Хорошо. Привлечь. Давайте так. Привлекать. Интересней. Привлекать. Приплывать. Написать и то, и другое. И слово, и значение. Значение, значение. Конечно, почему мы это так пишем? Значит, ну, конечно. Цифры вам не нужны. В разных справочниках вы увидите разные цифры. Это не важно. Приплывать у нас было бы это просто. Дальше. Приморский. Словечко приморский. Эскверный. Я диктую вам слова. А о значении вы подумаете. Сквер. Прерывать. Прерывать. Думаем. Думаем пока. Прилечь. Прилечь. Вернется прилечь. Присесть. Привстать. Вспоминается значение. Ну, почему? Ну, надо сначала приписать и потом написать значение. Конечно. Еще одно словечко. Преграждать. Преграждать. Значение думаем. Преграждать. Следующее. Как бы вы объяснили значение слова приклеить? Приклеить. Про себя. Про себя думаем. Приставка. Слово с приставкой. И значение. Еще одно такое же простое. Прилепить. Прилепить. Приберечь. Приберечь. Что сделать? Оставить на черный день. Как бы оставить на черный день. Отличное значение. Молодец.
Остались кому? Приберечь. Чужому. Сберечь. Чужому? Нет. Себе. Сберечь. Себе. Приберечь. Приберечь. И давай с последней. Премудрый. Премудрый. Премудрый волшебник. Со значениями думаем. Старайтесь разделить это по тем значениям, которые у нас были. Так, приколос. Не полнота. Может быть, слабовата. А может быть, и присоединение. Да? Согласен, что можно не совсем заколоться, только приколоться. Правда? А можно присоединить, да, приколоться. Так, привлекать. Действие в сторону сырости. Приближать. Рос. Приморский. Чей угол. Прескверно. Конечно. То есть очень. Да? Степень постоянности. Ну, мы выписали очень. Да? Помнишь? Ну, привлечь. Выполнота. Преграждать. Это переградить что-то. Да? Приклеить. Это присоединить. Приколоть – это присоединение, привлекать – это для себя, приклыкать – присоединение, приморский – это около, прескверный – это очень, прервать – это перец, согласен, прилечь – это не полнота, не совсем лечь, да, чуть-чуть прилечь, преграждать – это переградить. Со значениями потихонечку справляемся, да? Какой там был словечко? Приколоть. Приколоть – это присоединение. У кого-то было оригинальное объяснение – это… Неполнота. Неполнота действия, то есть не совсем заколоть, а приколоть. Почему бы и нет? Заметьте, вы можете объяснить и так, и так. Приколоть, конечно, это прежде всего присоединить. Но может быть и не совсем заколоть. Или не совсем сколоть. Правда? Да. Так, дальше. Привлекать – это действие в свою пользу, конечно. Он привлек к себе. Или к чему-нибудь другому. Еще не полнота действия. То есть не совсем как завлечь, но только привлечь. Может быть, не полнота действия, может быть, действие в свою пользу, но в любом случае это приставка «при». Итак, привлечь. Хорошо. Еще. Следующее слово. Кто смелее? Приплыть – это приближение. Ну, все просто. Отлично. Дальше. Приморский – это около моря. Так. Прескверный. Это не полнота. То есть не очень скверный. Нет. Согласен. Нет. Рот очень скверный. Превосходной степени. Ну, в какой-то степени превосходной. Да? Очень скверный. Прескверный. Правда? Премудрый. Очень мудрый. Приберечь. Действие в свою пользу. Действие в свою пользу, конечно. Приберечь. Кстати, еще привлечь – это приближение. Привлечь – это приближение. Почему? Ну, возможно. Можно по-другому объяснить. Привлечь. Может быть, это не совсем привлечь. Просто привлечь. Правда? Так, еще. Приклеить надо сделать. Приклеить. Я не знаю, что значит надо сделать. Присоединение. Это либо мы присоединяем что-то. Да? Одно к другому. Присоединение. Присоединение. Либо приклеить. Приближение. И то, и другое подходит. Еще. Прерывать перерыв. Как? Прерывать перерыв. Прерывать. Значение перерыв. А значение? Это очередь. Нет, это перерыв. Здесь приставка «пре» по значению равна приставке «пере». Да? Итак, если вы можете заменить на «пере», пишем «пре». Смело. Дальше. Прилечь.
прилепить, приближение. Прилепить, приближение, конечно. Или присоединение. Вот заметьте, вы можете объяснять по-разному для себя, что это приближение или присоединение. Но вы должны себе отдавать отчет, почему мы пишем там приставку «при». Мы приблизили, присоединили, пишем «при». Мы видим что-нибудь около кого-то. Пришкольный, приморский. Еще, сами. Придокторский. Пожалуйста, придокторский. Еще. Присторжевой. Хорошее слово, хозяин поместного дворца. Притворный. Хорошее слово. Приусадебный. Приусадебный. Отлично. Приподнятый. Приподнятый. Стоп. Приподнятый. Это... Приподнятый, а приконил. Приконил. До конца. Привоенный. Так. Ну, мы можем образовать очень много слов с одной приставкой. Это понятно, да? А дальше там что? Притворный. А приберечь. Так. Приберечь – это действие в свою пользу, да? Приберечь. Отлично. И, наконец, премудрый мы уже обсудили. Хорошо?